Но вот сегодня у парня совсем другое дело. Тишина и спокойствие. Рыбаков немерено. В общем, 90% рыбаков парня все азиаты. Китайцы, корейцы, тайцы, филиппинцы. Вот сами посмотрите, вот идут. Раз, два. Азиаты дальше. Азиаты, азиаты. Один. Вот из пяти. Один американец. Вот впереди идет азиатка. Весь причал, короче, забит полностью. Это потому что завтра выходной. Видимо, так же, как и я. Никто не работает. В общем, посмотрим, парни. Сегодня у меня надежды на хотя бы побить свой рекорд. То есть мой пока рекорд — это 8 кальмаров в день. Ну как день, за одну рыбалку, там где-то 2-3 часа. Получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 человек с генераторами. В общем, вот там где-то подальше самый яркий свет. Пойду, наверное, туда. Потому что я всегда ловил тут в начале. Сейчас попробуем, как там дальше. Может быть, там, где глубже, лучше улов. Вот здесь крабов ловят. Ну, короче, в следующий раз возьму с собой краболовку. Половлю тоже крабов. И, может быть, еще возьму и удочку с наживкой. Половлю еще, может, рыбу, потому что сейчас рыба есть 100%. Ну, как бы немного там. Есть в основном эти, как они. Бычки. Я не знаю, есть ли кто-то, кроме бычков или нет. Но бычки есть. Вот новая блесна с Алиэкспресса. И вот вторая. Вот эти вот 5 таких маленьких стоят $5. А вот этих $10 стоят 5 штук. То есть эти, грубо говоря, по $1. И вот эти по 2. В общем, сейчас подзаряжу их немного фонарем. И будем ловить. Заряжать, конечно, по-умному надо там долго, минут 10-20, но нету времени, сколько, чтобы 20 минут на морозе заряжать. Вот они уже спутятся. Тишина. Уже больше полчаса ловлю, ни одного, но клёва нету, то есть ни у кого не клюет. Это абсолютно не то, как это обычно бывает. То есть, может, еще рано обычно, хотя нет, обычно где-то как раз в 11-12 самый клёв был. То есть, видите, все стоят, никто ничего не тянет. Они вообще как, эти кальмары, то есть они не постоянно здесь, они куда-то мигрируют.
вдоль побережья. И получается, вот сейчас они проплывают здесь. Через какое-то время они отсюда уплывут. И чтобы охладить, надо будет дальше в другие города, туда на юг ехать. То есть они с севера плывут на юг. Здесь я просто хочу пройтись, посмотреть, может тут что-то плывет. Ну, блин. Даже у него у всех там по пару случаев всего. У кого-то вообще ничего нет. Если у кого-то есть, то буквально там по 3-5 штучек, это вообще как бы не уловка. Я в прошлый раз 8 штук поймал с фиговыми этими самыми джигами. А сейчас с хорошими я, по идее, должен был уже штук 20 поймать. Дело пошло, то есть вот второй за сегодня, но первого я просто так подсел, не защупаться, а там за самого кальмара вот такие вот два. Ну, как пошло, не то чтобы супер пошло, но хоть что-то более-менее началось. А джиги вроде бы работают отлично. Короче, уже нет смысла отпускать его, прям всего прям голову, глаз пробило. Маленький. Китайцы такие, кстати, нифига не отпускают. Но я бы отпустил, если бы он так сильно не повредил. Очень клёвый есть. В общем, блесна, парни, работает просто бомба. По-моему, я сегодня ловлю больше даже, чем китайцы. Сейчас только что вытянул одного, теперь смотрите, дуплет. Вот. И обоих защипался, то есть все по-честному. В общем, парни, я иду уже домой, ловил ровно 2,5 часа. Ну, лов не супер большой. А может, с десяток поймал, может, чуть больше. Вот за 2,5 часа. Но рыбалка сегодня просто супер. Абсолютно нету ветра, нету волн.
Очень классный свежий воздух такой морской. Ну и плюс мороз. То есть просто офигенная погода. Я не знаю, я бы ловил тут всю ночь, но у меня просто ноги замерзли очень сильно. Как бы, ну, тело не замерзло, вот именно в кроссовках сами ступни, там пальцы, в общем, потому что здесь бетон холодный, стоишь на нем. Ну и кроме этого я еще утопил свою первую подвеску, вот эту, обе эти китайские джиги, ну, у меня просто были запасные, такая же я с собой брал, вот, и утопил почему. Вот этот шнур, да, я еще когда вам показывал видео, намотка шнура на мультипликаторную катушку, там в этой инструкции был показан узел, ну, который очень популярный на леске, которым все привязывают там крючки, вертлюжки и т.д. и т.п. И этот узел, написано, не рекомендуется использовать для шнура, вот, потому что шнур очень скользкий и он постепенно распутывается. Но я как бы на шнуре его всегда использовал, не было никогда проблем. А здесь видите такие условия ловли, что вы постоянно подсекаете, как бы вот такие вот постоянно вибрирующие движения. И, видимо, это подействовало. Ну и тем более это шнур другой, я на нем еще мало ловил. Это более гладкий, вот этот более дорогой Power Pro, необычный. Какой-то вот этот Super 8, там что-то такое, в общем, слик. И получилось так, что просто тупо развязался узел. Ну, хотя я привязывал качественно все, то есть здесь просто этот узел нельзя использовать. Он просто отвязался, и вся подвеска вместе с вертлюжком и с карабином утонула. Ну, я повесил новую, в общем, продолжал ловить. Был улов. Вот. Ну, сегодня клев не очень, парни, по сравнению с предыдущими днями. То есть есть клев, но он не такой вот, как когда плохая погода, они лучше клюют. Вот они в дождь хорошо клюют. Вот. А сейчас как бы очень тихо, очень спокойно, они что-то не очень. Вот, то есть, ну, стоишь там 15 минут, 20, раз там 1-2 поймал. Вот. А до этого я приходил, было так, что беспрерывно они тянули. Но у меня тогда джиг хороших не было. В общем, парни, вот такие вот дела. Вообще рыбалкой доволен, потому что впереди выходные. Хочу поехать как бы, ну, надольше, потеплее одеться, где-то так на всю ночь. Вот. И хочу взять с собой краболовку и удочку. То есть, если вот будет такая же ситуация, да, к примеру, как сегодня, что кальмары нифига не клюют, ну или клюют так плохо, так я просто возьму и буду параллельно там рыбу или крабов ловить. Вот. Продукты можно с собой брать. В общем, если вам видео понравилось, парни, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про конкурс, я вам уже сказал. Вот, всем спасибо за просмотр, пока и удачи, до новых встреч.